Мы находимся в Чанша университет науки и технологий. Это их карта расположения кампуса, что где находится. Такая карта кампуса есть во многих университетах. Вот, как видите, территория вот большого размера. Добрый день, ребята. Мы сегодня находимся при университете науки и технологий города Чанша. Чанша Лигунда, все на китайском языке так он звучит. Постараемся провести вам полную экскурсию по данному университету, показать вам, где что находится, саму локацию, основные здания, общежития. Поэтому будьте с нами, дальше будет интересно. Студенты пользуются мопедами, велосипедами, динг-донами, преподаватели на машинах. Это здание библиотеки. Сейчас мы дальше пройдем, покажем, там красивые места есть, например, как озеро. Это один из наших вторых университетов в городе Чанша, провинции Хунань. И поэтому, кому будет интересно поступать в данный город, один из топовых университетов в данной провинции. Покажем в целом всю локацию, что здесь есть. Себя бы хотел отметить, что на самом деле очень здесь намного ухоженнее, сравнительно с другими университетами. Есть озера, есть реки, есть мосты, здесь все новые здания практически. Есть очень много специальностей и факультетов. Кому будет интересно, мы отдельно, конечно, можем вам отправить программу. Язык обучения также, если сможешь поступить на бакалаврную магистратуру на английском, на китайском языке. Ну и с нами сегодня как раз вот будет Адильхан. Он ранее учился в данном университете. Также поможет нам в экскурсии по данному университету. Ну, мы, получается, находимся при входе в библиотеку Фушугуан. Здесь видите вот такое количество зонтиков. Есть служба безопасности. И сам прикол то, что эти зонтики находятся... Их никто не ворует, то есть они даже не меченые. Каждый знает, где оставил свой зонтик, и никто не возьмет личный зонтик себе. Вход в библиотеку осуществляется через студенческие карты. То есть никто лишний, никто не зайдет, никто не сворует книги. Безопасность на высоком уровне. Ребят, мы на крыше находимся, и вот здесь вы видите, есть такой отсек, где можно играть в бадминтон. Сейчас покажем весь кампус, территорию кампуса, точнее, каких масштабов и саму красоту. Согласитесь, очень красиво. Попробуем пройти еще выше и посмотреть еще большую локацию. Весь кампус университета. Чанша University Science and Technology. Там стадион, баскетбольные площадки, бассейны, учебные здания, общежития, просто скверы, парки, научные здания. Все для рая. Круто. В общем так, ребята, если вы желаете поступать на обучение в Китай, в Поднебесную, в частности, город Чанша, провинцию Хунань, в данный университет, где мы сейчас находимся сегодня с рабочим визитом. Обращайтесь к нам, наш образовательный центр China Line Global, нашим ведущим менеджерам, которые сами также обучались в Китае. Пишите нам в директе, пишите нам в комментариях в YouTube-канале China Land. И также пишите на наши рабочие WhatsApp, отправим вам программы, подробно вас проконсультируем и предоставим всю информацию. И также поможем с оформлением и зачислением на грант. С вами был Расул. Подписывайтесь на наш канал обязательно и будьте с нами. Всем всего доброго.